У нас сегодня в гостях Татьяна Малышкина. Здравствуйте. Татьяна – это наш консультант, причем уже с достаточно хорошим опытом. И, по-моему, в первом Тане каталоге, да? Да, в первом каталоге прошлого года. Да, в первом каталоге прошлого года она зарегистрировалась в одной из акций. И вот целый год уже работает. И на сегодняшний момент Танюша у нас находится на уровне 9%. И я думаю, что в этом каталоге она выйдет на уровень 12% и попадет в программу как раз «Энергия роста». Еще получит дополнительные премии. Но я хотела бы ее спросить о том, почему она пришла в Орифлейм? Вообще, как она пришла, чтобы она историю свою рассказала? И какую выгоду она получила от того, что она сотрудничает сейчас с компанией Орифлейм? Пришла я, в общем, в прошлом году у меня работала Лера здесь, менеджером в офисе, подружка. И она меня практически заставила зарегистрироваться, я долго отказывалась. Я пришла посмотреть, понюхать парфюмерию, там, посмотреть что-нибудь еще, мне было интересно. И она меня заставила зарегистрироваться. Сказала, я тебя регистрирую, заплачу за тебя 10 рублей, в любом случае иди. Но я не хотела совсем никак, но она зарегистрировала. Дала мне каталог, сказала, иди работай. Я домой принесла, думаю, посмотрю. Зашла ко мне подруга, сразу сделала заказ, где-то на 900 рублей приблизительно. В первый же вечер сразу. И в общей сложности так вот насобирала я 100 баллов, чтобы получить бьюти-кейс и там что-то там еще, даже честно не помню же что. Я помню, мы тебя поздравляли даже год назад. Да, а потом стабильно началось по 150, по 250 баллов. Стала предлагать подругам, друзьям, знакомым, родственникам на работе, везде, в общем, везде подряд практически. И стабильно по 150, по 250 баллов у меня выходит приблизительно в каталог. Вот. А еще у меня есть отдельно кошелек Орифлейм. Там чисто деньги Орифлейм, отдельно я записываю, сколько у меня в каком каталоге, сколько мне кто отдал, сколько мне кто должен, там еще что-нибудь такое, или я кому должна, сколько сдачи. И в общей сложности за год работы в Орифлейм, вот в декабре я покупала мужу на день рождения компьютер за 30 тысяч, и маме купила, поставила пластиковое окно, где-то там 17-18 тысяч примерно так оно стоило. Это деньги были чисто Орифлейм, чисто заработанные, вот абсолютно все вот эти деньги. На продажах? Да, чисто на продажах, только на продажах. Ну и вот зарегистрировала еще Аню, то, что вот с Аней там еще вот скидки вот эти вот все, вот это все включаю вместе. Причем выше 6% я до этого времени не поднималась абсолютно никак. И вот только за счет этого получились у меня вот такие вот денежки. Вот я хочу сказать, что у нас была акция, разыгрывался планшет от компании Apple. И Таня единственный консультант, которая все три каталога сделала объем баллов 250. То есть, как ты ищешь клиентов? Даже не знаю. Везде как-то так получается. Прихожу в гости, у меня есть с собой всегда каталог. То есть, подруги там, допустим, показала, у нее тоже друзья, подруги, знакомые, кто-нибудь еще. И я сразу же всем тут подключаю, всех смотрят, что-нибудь с собой приношу. У меня обязательно полно с собой всего всякого. Пробники, там что-нибудь еще, Ты мне говорила, что у тебя есть косметичка специальная. Да. У меня есть отдельная косметичка, которую я вот просто даю попробовать. Специально заведена. У меня много своего, что есть дома. У меня приходят подруги, могут посмотреть, понюхать, попробовать, потрогать все, что угодно. У тебя с собой нет ее? С собой нет сегодня. Не брала с собой сегодня. А так вот в косметичке у меня очень много что даю попробовать всем. Вообще всем. Люди пробуют, нравится, что они подбирают себе, обязательно заказывают каждый раз. Таня, еще вопрос. Вот как ты пригласила первого своего консультанта и зачем вообще это нужно было? Первый консультант у меня была Аня. Вот Аня здесь сидит. Аня, да. Подглядим. Аню пригласила я абсолютно случайно, когда получила вот этот бьюти-кейс в подарок. Я прилетела вся на эмоциях, к ней она работает в магазине. Я прилетела к ней на эмоциях с этим первым шагом, который пришел в подарок, с этим бьюти-кейсом, с набором пробников и всем вот этим. И давай это все показывать, рассказывать, мне же интересно. Предложила ей, и она практически сразу, по-моему, да, согласилась. Почти сразу оставила ей каталог, она посмотрела, сразу почти согласилась, зарегистрировали, и вот как-то так вот. А как ты ее научила делать 150 баллов? Она постоянно практически делает 150 баллов, даже, по-моему, больше, да? Честно, я даже не учила, вообще нет. Она сама, она делает очень хорошо, она даже 380 баллов у нее было один раз, я помню, было такое. То есть она практически сама вышла на 6% уже. Я, честно, вообще не учила ее никак. Она сама хорошо очень продается. Да, проси, проси.
Нет, она сегодня не подготовилась. Она потом в следующий раз нам расскажет. Она очень хороший продавец сама по себе, как бы очень хорошо у нее получается. А вот смотри, вот сейчас у тебя команда очень бурно так развивается и растет. Ага. Вот как ты, как руководитель команды, то есть какой свой вклад ты вносишь в развитие своей команды? Ну, мы с девочками придумали название своей команды «Аристократики». Долго обсуждали, какое там название, тоже бурно было обсуждение. Придумали, создали свою команду, и сейчас вот сделала я для консультантов акцию, условия, которые там для новичков подарок тушь, если 100 баллов первый шаг они прошли, и для остальных консультантов там тоже за 150 баллов, за 250. То есть у тебя подарки. Есть своя самостоятельная акция? Да. Молодец. Отдельно, вот ты практически одна из немногих консультантов, которые делают акцию для своих подопечных. Ну, так они будут хорошо набирать баллы, мне же лучше, я на больше процент уже выйду. И им приятно, и мне хорошо. Танюш, пожелания для новичков? Всем обязательно набрать первые хотя бы 100 баллов. Всем получить кофеварки обязательно в любом случае. И пригласить как можно больше новых консультантов. Также научиться работать потихонечку с ними. И чтобы они тоже все получили как минимум по кофеварке. Спасибо, Танюш, большое. И мы желаем тебе дальнейшего роста. Спасибо большое.